Традиционную неделю моды в Милане в этом году омрачила статистика жертв COVID-19. Первым о мировой проблеме задумался дизайнер Джорджо Армани. За 2 часа до показа он отозвал все пригласительные. Впервые в истории шоу прошло без зрителей в режиме онлайн. После именитый кутюрье перечислил почти 1,5 миллиона долларов на счета миланских госпиталей. Пандемия коренным образом изменила парфюмерию. Дома мод Кристиан Диор, Живанши и Луи Виттон теперь выпускают антисептические гели. Всю продукцию передадут медикам бесплатно. Мода столкнулась с тем, что происходят задержки на производстве. Все понимают, что товары моды по большей части отшиваются и делаются в Азии. Поэтому задержки на производстве провоцируют и дефицит товаров в Европе. Еще один супер востребованный товар – маски для лица. Многие компании под эти нужды перепрофилировали производство. Вместо одежды на фабриках Prada, Zara, Gucci, Balenciaga, Saint-Laurent и других люксовых брендов теперь шьют защитные средства. Не отстают и российские дизайнеры. Мы решили сделать то, что умеем лучше всего – шить. Мы запустили 1000 трехслойных масок из хлопка, и специалисты подтвердили, что эти маски подходят для защиты от инфекций. Эти маски многоразовые, их можно стирать и гладить. И в ближайшее время мы их передадим домам престарелых. От мировых брендов не отстают и в Беларуси. К концу недели 1 миллион масок в стране будут выпускать ежедневно. Что говорить, спецсредства шьют даже в культурной мекке Синеокой – Купаловском театре. Бобруйская славянка выпускает 120 тысяч защитных масок в сутки. Для этого задействовали все мощности предприятия. Во время пандемии маски стали трендом. Цена на брендовые аксессуары доходит до баснословных 200 долларов. Первопроходцем стала президент Словакии Зузанна Чапулова. Она вышла к журналистам в повязке точно в тон пальто. Большинство белорусов пока же прикрывают лица вариантами из аптек за 1,5 рубля. Но порой и на них можно заметить различные надписи, улыбку, оскал или просто рисунок. Маска стала новым средством выражения индивидуальности и плодородной почвой для экспериментов дизайнеров. Выделиться из толпы помогут маски от ведущих текстильных брендов. Марк Формель выпустил аксессуары с рисунками и цитатами. Цена 5-6 рублей. Маски смели с полок всего за 2 дня. А вот магазины Моа и Элестер маску дают в подарок при заказе. В Бобруйске оригинальные аксессуары создают в имидже. Мы предлагаем нашим клиентам маски с принтами. Состав у них 95% хлопок, 5% эластан. Уровень защиты у них достаточно хороший, потому что они плотные. Такую маску делают за час. На черную или белую ткань наносят готовый принт. Можно воплотить в жизнь и свою идею. Цена вопроса 7 рублей. Дома готовый аксессуар нужно постирать вручную. Медицинская маска напоминает ВОЗ. В первую очередь помогает больным. Задерживают большую часть крупных капель, которые вылетают изо рта во время чихания или кашля. При этом риск заразить окружающих уменьшается в разы. Варианты даже от самых звездных кутюрье не могут похвастаться такой эффективностью. Это всего лишь украшение. Анастасия Шевцова, Максим Галионко, Бобруйск 360.